بسم الله نبدأ سعادة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, духовенство Цумадинского района объявляет о проведении районного конкурса о жизнеописании нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху та'аля алейхи вассаляма и по основам религии. Мероприятие проводится в целях духовно-нравственного воспитания молодежи района, а также выявления талантливых молодых ребят и девочек. Общий призовой фонд нашего конкурса составляет 100 тысяч рублей, а также победители и призеры получат другие ценные призы и подарки и соответствующие грамоты. В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 17 лет включительно. Наш конкурс будет проходить два этапа. Первый этап будет проходить на уровне села 29 апреля. И победители и призеры этого этапа пройдут финальный этап, который пройдет в центральной джума-мечети села Агвали 14 мая. Дорогие братья и сестры, по всем непонятным вопросам можете обратиться по телефону, который указан на экране. С уважением к вам, председатель совета имамов Цумадинского района Абу Бакр Абакару. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.